Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу новый способ, как поиграть с читами в Роблоксе. Для этого переходим по ссылке в описании в мой телеграм-канал. А далее, что нам нужно сделать? Идем по пунктам сейчас. Первое – это скачать браузер Google Chrome, если он у вас еще не скачан. А с помощью него вроде бы как только работает этот способ. А честно, на других браузерах не проверял, не знаю, может быть там тоже будет работать, но, короче... Сами, в принципе, можете проверить. Если не будет работать, то скачаете Google Chrome. А дальше нам нужно установить расширение. Это VPN. Он у меня уже установлен. А после этого переходим по любой из этих трех ссылок. Ну, допустим, вот на первую ссылку перейду. А, так, и смотрите, нам нужно включить VPN, чтобы он работал. Потому что без VPN не получится. Так, я не понимаю, включен? Нет, вроде включен. Да, все, игра, если загружается, значит все отлично. Так, и теперь нам, получается, нужно дождаться, пока загрузится сама игра. Так, все отлично, игра загрузилась. Заняло чуть меньше минуты. Так, и смотрите, сейчас, по идее, должна появиться вот такая фигнюшка, да. Типа предупреждение. А дальше, что нам нужно здесь сделать? Нам нужно нажать, вот, допустим, на пользовательское соглашение. Нажимаем. И открывается браузер, как видите. Это то, что нам нужно. А дальше. А нам нужно скопировать вот эту ссылку. И вставить ее вот сюда, в этот браузер. Сейчас мы будем устанавливать с вами чит. Так, листаем вниз. И здесь нажимаем кнопочку «Установить». И ждем, пока начнется установка самого чита. Занимает, ну, буквально тут пару секунд. Так, здесь проходим проверку. То, что вы не робот. Все, и сейчас нам предлагают установить чит. Мы его устанавливаем. И ждем, пока он установится. Кстати, довольно быстро скачивается. Я думал, намного дольше будет. Прикольно. Все, вот как видите, он установился. Дальше мы его открываем. Нажимаем кнопочку «Установить». И ждем, пока установится. В принципе, способ довольно легкий, простой. Как видите, вам не нужно скачивать никакой эмулятор. Это все делается с помощью браузера. Довольно крутой способ. И по идее, вроде как рабочий. Так, все, у меня загружается Roblox, как видите. Отлично. И почему-то вылетело. Странно. Так, давайте еще раз откроем его. Только вот вопрос, как сейчас его открыть? Так, а здесь можно как-то на главную страницу вернуться или нет? Потому что есть такая вероятность, то что нельзя. Так, сейчас нужно разобраться. Скорее всего, нельзя. Ладно, заново, допустим, сейчас попробуем его установить. Вот единственное, что здесь проблема в том, то что здесь нету главного экрана. То есть, по факту, вам получается каждый раз, наверное, придется заново Roblox устанавливать. Хотя, может быть, и нет. Просто я не знаю, как здесь вернуться на главную страницу. И можно ли это вообще сделать, типа, зайти на сам телефон, на сам эмулятор. Ну, как видите, вот со второго раза у меня получилось зайти. Отлично. Так, давайте я сейчас в сам аккаунт зайду, и мы с вами продолжим. Так, все отлично, у меня получилось зайти в аккаунт. А теперь все, что остается, это нужно зайти в саму игру. Допустим, давайте зайдем вот в эту игру. Вот, мне интересно, экран перевернется или будет до сих пор такой маленький? Вот, пока непонятно. Все, перевернулся, отлично. Вот это то, что нужно. А, так, все, у меня зашло в игру. Сразу загружается чит. И, как видите, все отлично, прекрасно работает. Единственное, что я здесь заметил, то что качество похуже немножко в игре. Но можно попробовать выкрутить на максимум это качество. И, насколько я знаю, здесь намного меньше лагает, чем в самом эмуляторе. То есть, в основном здесь у вас будет зависеть от вашего интернета. То есть, от скорости вашего интернета. Но я уже вижу разницу, то что здесь намного плавнее и быстрее работает игра. Единственное, что я вижу, то, что фризит, и качество картинки немножко слабоватое, но зато меньше лагов намного.
В принципе, на этом буду заканчивать. Кому понравился данный видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. А с вами, как всегда, был Избан. Также не забывайте пользоваться моим сайтом. Ссылка на него, как всегда, будет в описании. На этом все. Всем удачи и пока.